выдержал ту паузу. Я могу поспорить, он не знал, кто оказался на дальней штрафной. Давайте посмотреть повтор этого момента. Он как раз выдержал ту паузу, которая была необходима для того, чтобы кто-то из партнеров появился там на дальней штанге. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. А, с первого раза просто не получилась передача. Обалдеть. А в итоге случилось все самым наилучшим образом. Очень хорошо, что шайба сначала сошла с крюка, а потом подъехал Арзамасцев и порешал момент. А кто его оставал? И скорость 1-0 плюсов. Вот сейчас скорость вдоль борта скорость не поможет. А вот! Вот это приятно наблюдать. Я аплодирую Майборову. Все началось с того, что он абсолютно правильно закрыл корпусом возможность движения. Да, Паде прекратил движение соперника, Чайли ее подхватил вертикально, вертикально протащил по борту, отдал Майорову и тот безнаказанно вылез на пятачок. Ну а что еще? Так по-хорошему тему вертикальным отблагодарил Максима Майорова, который изначально и придумал этот момент. Ну что, 2-0, друзья, Максим Майоров молодец. Майоров все сделал сам, да? Посмотрим, посмотрим. Ну, распускают. Распускают для пятачка такой ситуации, конечно. Раз мы не выиграли, Локинов шайбу выбросил и... Ну, эту шайбу у нас никто не отнимет. Но 3-0, Дмитрий, повтори. 3-0. Чистый, чистый реванш. Все как просили. И тут даже две шайбы у ворота соперника пустили за гости. Но такую не засчитали. Саша Логинов, ну просто красавец. Такой сезон он должен, конечно, он должен навсегда запомниться. И пусть он будет не самым лучшим еще. Вот как в бильярд нужно играть, да, господа? Вот сегодня кто-то пойдет играть в бильярд. Берите уроки Логинова. Да, друзья, Александр Логинов, 27 очков в этом сезоне у нашего защитника. Лучший абсолютно сезон в его хоккейной карьере. Самое главное, что он проводит этот сезон у себя дома.